рад вас видеть. Друзья, Анзор. Покидаем Фредерика. Удачи по пути. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, увидимся. Увидимся, пока. Спасибо. Ничего не забыли, все, взяли, нет, телефон. Все, доброго. Пока. До свидания. Счастливо, до свидания. Так, идем дальше. Все, закрываем. Так, вот этот первый или вы? БВ. Я нажала БВ. Нажал? Надо потом нажимать. Так, друзья, вот такие вот дела. Встретились с Фредериком. Фредерик юрист и профессионал своего дела, как вы это поняли, как, по крайней мере, я это точно понял. Человек знает очень много чего, чего я не знал, не слышал. И так. Вот, получили полезную информацию, поэтому если будете в Швеции, будете в Стокгольме, если вам нужна юридическая помощь, то лично я вам его советую. По крайней мере, так. Такие вот дела. Так, у нас дождь. Стокгольмский дождь. И нам надо сейчас какую-то в эту сторону, кажется, нам надо. Прекрасная погода у нас стоит. Такая просто замечательнейшая погода. Льет дождик. И мы идем дальше. А где у нас это было? С этой же стороны? Сейчас мы находимся в районе, как у нас этот район называется? Медборья Плацен, правильно? Медборья Плацен называется у нас этот район. Так, вон. Это цена, это суши, да? 2,90 крон, 65 крон. Это примерно сколько будет? Допустим, вот 10 штук стоит 80 крон. 80 крон, это примерно 8,5 евро. Примерно. 9 даже. 9 даже евро, да? Ну, примерно сейчас, так. Сейчас 8 крон с копейками, 8,2 это евро. То есть он упал. А, 8,2, а что упал, доллар или евро? Евро. Ой, доллар говорю, евро упал. Поэтому теперь 80 крон, это, в принципе, практически 10 евро. Нормально. Ну, я считаю вообще так чисто, 10 на 10 считаю, чтобы не напрягаться. Ну, извините, разница есть. А, мы не... 10 раз по 10 уже 10 евро. Ну, мы не мелочимся. Нам мелочиться просто некогда. Времени нет. Все, думаем только масштабно. Вот такие дела, друзья. Что, пока все. Смотрите Анзор ТВ, попозже на связь. Сейчас разрабатываем, как вы поняли, наш проект. Посмотрим, что из этого получится. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.